На нашей планете существует более 1 000 000 различных видов насекомых. Они составляют половину от всех живых организмов на Земле. Каждая из них имеет свои причудливые формы и окрас, привычки и способности. В этом видео мы вам расскажем о самых необычных и странных насекомых в мире. Гусеница-змея. Это чудо природы живет в тропических лесах Мексики. Эта необычная гусеница при появлении опасности способна раздувать свою голову, придавая ей треугольную форму, становясь похожей на змею. Мало того, она еще и имитирует бросок змеи, тем самым отпугивая врагов. Дровосек Титан. Это самый крупный жук из всех известных науки. Его размер достигает 17 см в длину и 8 в ширину. Живет такой жук в тропических лесах, и несмотря на свои размеры, он ничем не питается. Существует за счет жировых запасов, накопленных на стадии личинки. Он имеет острые челюсти, которыми легко перекусывает небольшие ветки. Палец такому лучше не совать. Гусеница-кокетка. Этот комочек шерсти обитает в Центральной Америке. Несмотря на свою мимимишность, трогать его нельзя, ведь каждая шерстинка имеет маленький крючок, который при прикосновении впивается в обидчика и приносит ему массу неприятностей, потому что содержит яд. Стеклянная бабочка. Лучшее средство маскировки – это стать невидимым. Именно так и сделала эта бабочка за годы эволюции. Это чудо живет во влажных лесах Амазонки, и ее можно назвать путешественницей. Эти бабочки собираются в небольшие колонии и мигрируют. За сутки они могут пролететь 20 километров. Муха-скорпионница. Скорпионицы считаются одним из самых древних видов насекомых. Свое первое название они получили за счет того, что самцы этих мух имеют хвост, похожий на хвост скорпиона. Но это лишь имитатор оружия. Скорпионицы безобидны. Несмотря на наличие двух пар крыльев, эта муха совершенно не любит летать. Павлиноглазка Атлас. Это одна из самых крупных бабочек в мире. Размах ее крыльев достигает 25 сантиметров. Живет она в Индонезии и Таиланде. Несмотря на огромный размер, атласы ничем не питаются и живут за счет питательных веществ, накопленных в стадии гусеницы. Срок жизни довольно короткий – всего 2 недели. Палочник. Это крупнейшие, ныне живущие насекомые. Некоторые виды палочников достигают длины 35 сантиметров. Они настоящие мастера камуфляжа. Маскируются под различные части растений.
за что их еще называют привидением. Передвигаются они, раскачиваясь из стороны в сторону, имитируя растительность, движущуюся на ветру. Некоторые виды палочников могут менять цвет. Все насекомые – это неотъемлемая часть нашей экосистемы. И несмотря на угрожающий вид некоторых из них, нам нужно их беречь. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк –